Всем привет! Меня зовут Виктор, и сегодняшний обзор посвящен серверу, как он там правильно называется, я даже честно и не знаю. То ли CCCP новая жизнь, то ли СССР новая жизнь. В общем, сегодня обзор посвящен этому серверу. Кому как привычно, тот пусть так и читает. О, я как человек, рожденный... Не то, что рожденный, сделанный и рожденный в СССР, я буду называть его СССР новая жизнь. СССР новая жизнь. А вы можете называть его, в принципе, как хотите. А кто мне на единичку поставил бинты? Так, группа крови. Так, что-то у меня там, типа, есть животина. Животина — это вроде как показатель человечности. Типа показатель человечности. Животинка должна быть, да? Так, что у меня есть? У меня есть куртка, которая уже повреждена. Короче, мне уже дали куртку, которая уже повреждена. Где я вообще заспавнился? А, тут есть карта. Смотри, лагерь беженцев. Лагерь беженцев. А, есть... лабиринт. Так, что тут есть? Кумырна, Симург. Это что такое? Это что такое? Почему столько много всяких обозначений? Ну, Симург — это к медведям херачить. Подожди, это какие-то ПВП зоны. Это что такое? Сталкер. Ну, сложно с первого этого сказать. Ну, охотник находится вроде где-то рядышком с берегом. Угу. Симург, Старый Яр, Охотник, Кармановка. А где лагерь беженцев на карте? Ну, то есть я вот так-то смотрю. Симург, Яр. Зачем столько обозначений? Как-то непонятно. Так, что, давай сюда залезем сперва. Тут, наверное, уже кто-то залазил. Может, что-нибудь мы там найдем. Так, стамина. Слушай, стамина, по-моему, ну, либо она не расходуется, либо когда ты карабкаешься, не расходуется. Толстовка. Поношенная. Ну, это все лучше, чем моя поврежденная, да? Ага. Так, я только вот эти штуки возьму. Сюда. А че у меня все поврежденное? У меня вопрос, кто мне это повредить успел? Что-то там... Так, есть глобальный чат. Хорошо, так, что на букву П? Пати. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять человек. А я десятый. Так, что там? А, ну там, подожди, там. Черногорск, электро... Ладно, все, понятно, туда. Лагерь выживших. Не, ну я по любасу сейчас первого зомби, которого встречу, я попытаюсь ему навалять. Ты кто, блядь? Убить троих зомби, каменный нож. Слушай, а как я должен был понять, что здесь? А, так тут даже написано, что квесты... А, это арена ПВП. Вот это что такое тут находится среди... Это арена ПВП. Не, ну слушай, ну прикольно, короче, это... Как бы я вот прям рядом стою. И что тут квесты? А если бы я в этот дом не зашел? Ну реально, вот если бы я его сюда не зашел. То есть мне бы пришлось потом сюда возвращаться. Не, ну как бы это не критично, что я там.
Просто зашел, не зашел. Ну, я вот зашел. Кто-то, может быть, не зашел, да. Кто-то бы, может, щеманул вон в сторону болота. Лутать болото сразу. Потому что до болота тут прям вон рукой подать. Кстати, а чё я? Чё я? Чем я хуже, да? Пошли на болото военных, посмотрим, какие они там. Может, чё лутанем себе. Просто кто-то мог бы сразу на болото щемануть. Так, вот я нашел кувалду. Так как стамина не расходуется, естественно, можно... Ну, точнее, не то, что не рас... Ну да, стамина не расходуется. Теперь можно и кувалду взять. И ебануть вот так. Оп. Удар, с ударами расходуется. Но это... А восстанавливается при быстром беге? Восстанавливается. Чудесно. Чудесно. То есть сейчас мне нужно вырубить троих зомби. Конечно, в таком месте расположен, что надо либо в город бежать, либо бежать в город, либо вон бежать на болото, да? Так, что здесь? Ну, есть, по крайней мере, детали машин. Ну, да я знаю, знаю. Здесь есть тачки в спавне, потому что я уже прочитал. Я же, как обычно, уже и залез на... На сайт посмотрел, то есть, а вообще, какие есть ну, в доступе эти предметы. То есть, порадовало то, что предметы, то есть, ты можешь взять какие-то, ну, там, баррет, например, пушку, ты можешь взять спокойно за кристаллы. То есть, ты можешь поголосовать там несколько дней. Можно машинки взять за кристаллы. Что-то есть донатно, что-то есть за кристаллы. То есть это приятно. Это приятно, когда тебя не вынуждают. У меня есть для тебя задание. Настрой свою рацию на волну 87,8. Прикольно. Тут система вот этих, да, есть? Ну, когда тебя не вынуждают прям именно донатить. А когда тебе все-таки дают выбор. Это классно. Так, сейчас мы добежим до болота. Ну, тут, по крайней мере, есть и деревня. Можно и зомбаков завалить. А можно и вояк. Блин, по жратве, конечно, да. Но если что, в обратку я по берегу побегу. Здесь же нету навыков, походу, да? Ну-ка, компас тут есть? Пока не видно. Возможно, компас надо найти. Возможно, и хоть заищись, но тебе это не поможет. Слушай, болотная вышка, она что-то переделанная, что ли, маленечко? Я вот такой вот на болотах не помню. Херни. Так, там, ну там шарятся по прицел ПСО. Ну я буду в него глазеть, короче. О, камуфляжная сетка, магазин Кольт. Сетку камуфляжную, конечно, надо обязательно мне взять. Обязательно камуфляжная сетка. Как же мне, блин, без нее? Ну, это обычные. Это получаются обычные. Ходят. Это не вояки. О, рацию нашел, кстати. Так, а рация у меня... С батарейкой? Не, без батарейки. Дымовая граната. Ну, тебя уж я точно брать не буду. Так, ты кто? Кольт. О, подожди, что, серьезно? Что, так бывает? То есть ты можешь найти кольт, потом ты рядом еще можешь найти одну обойму под кольт, да? Серьезно?
Ну, несмотря на то, что он сильно поврежденный, это все-таки огнестрельное оружие. Это все-таки огнестрельное. Так, а что насчет зомби? Мне надо... Блин, а квесты на какую букву? На О? Ну, типа там не сказано, как убить, чем убить. Сказано убить. Сказано убить, а это значит... Он мне даст каменный нож. Еда. Вот это да. Слушай, ну нормалды. Два удара кувалды. Ну да, тут маленько как-то переэто. Ну, переделан болото. То есть карта маленечко измененная. Еще магазин на кольт. О, ничего себе. Плюс ССГ-ха. Че такое? Так, ну-ка тебя мы... Ну-ка давай сюда. Тебя мы разрядим. Пистолетик, пулеметик. ПП-19. Так, как бы... Что ПП? Вот по ДСГ уже есть обойма. Девять девятнадцатые. Хотя ж хоть что-то. Опять ПП. Ага, вон там туда. Паре километров примерно Холли Краш. Чего, блять? Экзоскелет. Подожди, вы серьезно? То есть я вот так просто пришел на военку и залутал экзоскелет. Ну это вон. Ребят, мне честно уже становится страшно. Понимаете? Потому что, бля, любому человеку станет страшно от того, что он просто, бля, вот на какой-то военке в болоте, блин, нашел экзоскелет. Верх экзоскелета. Слушай, ну болото, да, тут он какие-то эти заспавненные. Так, у этого еще жратва есть, плюс у этого... Блин, я рюкзак ему уничтожил. Так, а там что, теплица или что? Что тут? Ну, не, это интересно. На хелик я, наверное, сейчас сгоняю, потому что вряд ли в этом районе еще кто-то обитает. Слушай, ну, по крайней мере, вот этими штучками, что тут какая-то вот это вот... что-то новенькое такое, да, то есть какие-то казармочки на болоте добавлены. Но это, по крайней мере, как-то... Не однотипно. Какая-то диковинка такая, да?
Зашибись было бы, если бы это в них еще лежало что-то, да? Вот мне бы сейчас вот очень-очень пригодился бы ножик. Ножик. Похеру любой. Штык-нож, боевой нож, охотничий нож, там, хоть для стейков. Подожди, у меня ничего такого нету, чем... Нет, нету ничего. У меня ничего такого нету, чем я могу вскрыть. Что тут курятина корекает. Блин. Слушай, ну по количеству, ребят, по количеству лута, который я вот тут нахожу, я бы мог предположить, что это сервер хардовый, хард какой-то. Ну, то есть, потому что я тут нахожу, что типа это какой-то сервер хард. Второй, конечно, вариант, что передо мной тут уже кто-то пробежал. Ну, вот буквально передо мной, и он каким-то чудом не залутал экзоскелет. Ну, вот просто, понимаете, какой-то вот так вот произошло. Звезды вот так сложились, что человек просто не залутал экзоскелет. С другой стороны, ну то есть, если это хард, то какого хера мне в самом начале верх экзоскелета достал, попался? Зачем? Да и... Да и. Вот эти, блин, ппхи. Ппхи, мне прям... Так, ты... Без обоймы, да? ПП-19. Мне интересно, а где здесь зомби? То я ж... Просто сейчас я уже с экзоскелетом ношусь, и... Как бы мне уже... Не хочется его потерять. Хотя, возможно, тут всем на старте экзоскелеты падают. Первые там сколько-то там минут жизни люди находят экзоскелеты здесь. Сейчас вот здесь скоро тоже будет экзоскелет, да, лежать? У меня есть экзоскелет, но у меня нет простого ножа. Элементарного. Вот что самое интересное. И здесь казармы, они вообще пустые. Так, может, что-то здесь будет на вышке? Хотя что-то должно здесь лежать. Ну, как, сколько я на такие вышки на самый верх забирался, наверху на самом что-то постоянно долежало. Но не здесь и... Ну, может быть, не сегодня, но и не, либо не здесь. Так, вон там я могу хоть... Я же могу в прицел... Ой, зачем мне эта хуйня? У меня есть ПСОшка. Я сейчас в ПСОшку посмотрю. Есть там какой-то лут или нет? Ну, вас сильно... Сильно-то не видно, чтобы там что-то было. Помимо того, что там зомбаки кружат. Ладно, я бегу на холикраш. Я не спешу выполнять сейчас квест, который мне там типа он дал. Такой там, типа, выполняй.
Успеется, ебать его. Успеется еще выполниться этот квест. Так, я все еще ищу нож. Так, ну большое скопление зомбаков. Я думаю, лучше. А, она вон на крыше сидит. Я сразу-то и не заметил. Вязаная шапка. Высокое утепление. Плохое утепление. Все, задание выполнил. Гаврика загасил. Блин, он одновременно захотел и есть, и пить. Так, а здесь у нас питье. Вот тут, да. Блин, что, неужели нету ничего, чем можно это? Чего? Их по 200 штук можно? Их по 200 штук, что ли, можно? Ну, зомбаки как бы, о, не сильно жесткие. Возможно, они могут меня чем-то заразить, какой-нибудь инфекцией, там покалечат, поцарапают меня. Выгляжу я, конечно, довольно чудно. Да как так-то, ёптыть? Все уничтожено, блин. Как так-то? Дальномер. Все рюкзаки уничтожены.
Давай хоть напьемся вдосыта. А, он там снова на до... Подожди, а чё они так на домах-то все ходят? Ничего мне дает. Увеличивает защиту. А. О. Нормально. Не, патрики мне надо на этих поберечь, на вояк, на холикраши, которых я там типа услыхал. Ну, он говорит, понимаю, что у тебя для меня есть задание. Но мне бы хотя бы до ночи найти его. Так, а у меня есть химсвет, но у меня нету рюкзака. У меня есть химсвет, но у меня нету рюкзака. Вот такая вот беда. Так, если по карте, то... Где-то возле в районе Каменки должно было это чудо приземлиться. Вроде бы.
Так, я стоял. Да нет, надо где-то вот сюда мне сейчас бежать. Там дыма не было видно. Холикраш. Мои любимые холикраши. Еще одна грелка. Ну, давай возьмем вдруг. Сейчас ночью будет стужа лютая. А я ее это по... при... преиспользую. По звуку было дальше, чем 2 километра. По звуку было дальше, чем 2 километра. А, вон дым, все. Лучше нашел, значит, отлично. Так, еще поесть нашли. Так, ну это вроде стандартные зомби-вояки. Ух. Блять. Минус один за ипца. А патронов не осталось, да? Блин, я вас тут столько положил везде. Хорошо.
коробка патронов, пилотка, цевье, коробка патронов, армейская куртка. О, ПНВ, охренеть. А на чем мне его цеплять? Не знаю, на чё. Лыжная маска. ВСД. Чё, серьезно? Вепрь. А, рюкзак есть, смотри. Так, а чё я тут понацеплял на себя? ВСДХ. Чё за вепрь? Это М-ка, ёптать. Патрульные штаны. А, так у меня... О, ничего себе тут. Отдел рюкзак называется. Подожди, на ВСДху? На ВСДху. Во-первых, должен цепляться вот этот прицел. А, так он и прицепился уже. Он уже и прицепился. Цевьё для М4А1. Не, ну вообще ты вот сюда оденешься. А ты, коротыш, сюда пойдешь. Вот так, а ты... Какая вот штука, да? Блин, всего понаходил, всего. Ножа не хватает. Представляете? Не хватает просто какого-то живого ножа. Ящик с припасами. Блять, мне вот эти вот делинг прям накаливают делинки. Лучшее утепление. Ну, раз лучшее утепление, то давай тебя и оденем. Еще один кастет. Че, кто-то из новичков тут переодевался? Так, ну, это темень. Это темень. Ладно, ночь мы переждем, а потом продолжим путь.
Знаешь секреты успешного бизнеса? Использовать любые возможности в свою пользу.
В принципе, расцветает довольно быстро. Так, а куда я бежу? А куда я бегу? Так, я бегу сдавать квест, да? А, квесты вот сюда. Три километра. Сука, жрать охота. Да что у вас у всех-то, блядь, ни ножа, ничего нету. Вы чё такие-то? А? Это вообще в трусах. Вот что с него взять? Он в трусах. Что возьмешь с этого? В труселях, чела. Спортивная рубашка. Налобный фонарь, ладно, хер там. Давай возьмем. Не, ну в принципе я добегу, если сдам квест. Он мне даст каменный нож. Я вскрою консервы и пожру. Блин, ну неужели тут нельзя найти ножа? Так, он сюда же забегал, да? Так, набор для шитья. Ой, что ты сделал? Давай хоть заплату, хоть не будем в этих носиться. Хоть заплата, заплат, это штаны все залатаем. Как чмошник бегаешь. В каких-то, блин, задроченных штанах. Так, поношено. Компас, ну-ка. Компаса тут не работает. Не работает. Это что-то. Еще лыжная маска. Я могу с... я ножовкой могу открыть слесарной вот эту херню, блин. Да ладно, серьезно, могу.
Блин, с колющим, режущим тут проблема, это точно. Оригинальный пистолет. Ну, как оружие я тебя точно использовать не собираюсь. Пока все точки. Ну, у охотника понятно. Скорее всего, шкуры и все такое. Кумырно, сталкер, сталкер. Значит, части каких-то этих мутантов, чего-то. Только где эти мутанты водятся, да? Ну, судя по тому, что здесь есть лабиринт, может быть, в лабиринте и водятся. Кармановка. Вот попробуй догадаться, что там в кармановке может быть. Симург тоже. Попробуй догадайся, что там в Симурге. Рестарт через 10 минут. Здесь сервер каждые 3 часа перезагружается. Загружается перевели. А я походу сюда сковорода. Давай возьмем. Кто-то похоже недавно совсем тут сажал. У меня семена-то есть. Мне поливать нечем. Так, еще один кольт. Это поношенный, да? У меня какой? А у меня сильно поврежденный. Ну, ты поцивильней будешь. И СГК-шку магазин. А вот еще патрики.
Блин, что-то я это подзатупил, да? У нас же эта штука. Не надо было разряжать. Удочка, удочка, найдись. Что, все новички здесь, что ли? Интересно, спавнятся или нет? Блин, стоило мне так бегать далеко, если здесь панамка есть. Ой, панамка, удочка. Вот, мычка, зашибись. Еще удочка. Удочки здесь лежат, а я что-то такой круг дал, чтобы их найти. Перезвать себе рама. Алкогольная настойка, клубничное варенье. А... Блять, а как я себе рану перевяжу? То есть мне сейчас надо найти зомби, который меня отметелит. Да? Чтобы потом я его убил. И мог перевязать раны, что ли? О, ничего себе. Вот так заданница. Мне, наверное, придется экзу снять, да? Чтобы они могли меня спокойно отметелить. Или что?
Бочка. Зачем вот мне две штуки алкогольной настойки? Бля, может мне надо экзоскелет снять тогда хотя бы. Сука, да ты меня порежешь или нет? Скотобаза, блядь, конченая. Заебал, иди нахуй, короче. Пиздец, блядь. Так можно и это, в обморок упасть, пока он соизволит тебе, блин, кровотечение сделать. Как мне вот надо, блядь, себе как я должен непонятно. Вообще непонятно. Может надо меня несколько чтоб меня метелили или на волков нарваться или как они меня поцарапать должны, а? Вот интересно просто как. Обычно за такое количество ударов кровотечение тебе уже вешают рану. Или что, мне надо спрыгнуть? Откуда-то сломать себе ногу. Я уже даже, блин, эту снял. Просто побоялся, что он меня сейчас в это... в бессознанку отправит перед рестартом. И будет просто супер. Оказаться в бессознанке перед рестартом. В бессознанке перед рестартом оказаться. Так, я в экзе, все нормально.
Так, давай тогда этот лагерь. Давай-ка мы сейчас до Черногорск милитари добежим. Да? А потом туда. А здесь еще полутаемся. Магазин Иш. Мощная атака рулит. Отдохни там. О, сейчас мы... Блин, может, в пожарник надо было, чтобы... Ой, блядь, вас тут...
Может, тут перчи найдем какие? Нихера себе. А? Перчи, ну как же. Найдем тут перчи, ага. Просто наверх поднимемся и все, да? Да блин, че ты открываешься как-то по-дурному? Карта. И чё? А, блин, я нахер эту карту взял. Продать. Это только продать, да. Вообще некуда залезть. Да не, на крышу я не полезу. Не вижу смысла. Перчаток нету, чтобы скатываться. Поэтому на крышу я не полезу. О, медичка. Медичка. Блин. Стоя. Блин. Ну, не знаю, я что сделать, чтобы они мне рану нанесли. Серьезно, не знаю, блин. Типа, перебинтуй себе рану, бля. Нахера, блин? Ты мне такое задание дал. Если я, блин, рану получить даже не могу. Да. Поношено, поношено. Не тронуто, не поношено. Ну, тогда нормально. Блин, ну я не знаю, я попробую сейчас, если там вояка будет какой-нибудь. Один на один с военным, может, что-то получится. А так, потому что, ну, гиблое дело какое-то пытаться рану получить.
А, во, кстати. Фильтр. А, я понял. Кстати, я придумал, как можно рану получить. Кстати, да, я придумал, как можно получить рану. Уже бы давно мог получить, если б не тупил. Надеюсь, сработает. Так, тут никого нету снизу. Так, давай мы. Именно вот с этой высоты. Что, серьезно? Ну давай отсюда. Ох, наконец-то, бля. Возвращаемся к этому квестодателю. Еще я, блин, и без этого, без него сейчас алкогольных настоек налутаю тут. Yeah!
Сама бежала. Я старался, 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 старался от тебя сбежать. А ты настойчиво меня догоняла. Ну и а где я могу вообще эту человечность свою А, герой. На G, да? Репутация 120. Рыбалка. 12 тряпок и делай нарежь из одежды 12 тряпок и сделай из охотничьи штаны. Ёлки-палки. Ладно, я что-то это. Я что-то заморочился этими квестами. Этими квестами, на самом деле. Что, если бы я здесь собирался и планировал играть, то да, в принципе. Квесты можно было поделать. Ну и играть я тут не собираюсь. Я просто делаю обзор, поэтому для чего мне делать эти квесты? Ножик бы нормально, я хотел найти. Так, у меня ж клубничное варенье дали. Объедаемся. Я нашел кухонный нож, навес, обалдеть. Давай мы тебя починим.
Ну, еды, как бы я тут уже не это. Прям не бедствую по поводу еды. Еды прям нормально. Так, солнце уже в этот. О, я могу взять открывашку и выкинуть тебе. Хотя я мог тебя выкинуть после того, как я уже нож нашел. Но я возьму открывашку. Дигл. Нормально. Кольт с рисунком. Дигл. Интересно, интересно, что у нас еще ждет. О, ножи поперли. Ножи поперли, да? Так, кстати, давай-ка тряпок нахерачим. Все-таки там... Блин, а я брал, кстати, этот квест или нет? О, нет. О. Да, я брал. Брал, это хорошо. Здесь хоть это зомбятина падает, ноги не расшиперив. И беговая обувь. Ну ладно, ты
Че, тут тебя на тряпке нельзя пустить, бомбер? Я думал, мы тебя на тряпке тоже пустим. Нет. Ой, шо батарейка. Кстати, я ж теперь могу в рацию батарейку вставить. А рацию могу... Я ж нашел рацию. Да, то я думал, я же не нашел рацию. Так, 87,8. А, ну так она уже на нее настроена, да, получается? На какую мне надо частоту? Так, ты... Ох ты. Прицел РВН. И патроны. Так, бинокль мне некуда тут взять. Граната. Подожди, ты же можешь прицепиться на этот сюда, да. Вот и цепляйся сюда. Так, а вот здесь что-нибудь есть? Вот на вот этих под вот этими штуками. Так, тут нету. Тут нету. Нифига себе. Прицел барака. Так, магазин Кольт. Ну-ка, подожди, наверное, у меня... Так, 87,8. Так, у меня рация на 87,8 настроена. Ну да. Так, ну чё, удочку-то мы стопудово. И тебя выкинем стопудово, потому что... Так, вот тебя мы выкинем. Кольт еще. Два патрона. Так, тебя. Так, ты иди нахер. Чё я вообще с тобой таскаюсь? У меня уже нормальные ножи есть. Так, физраствор. Сделать комплект. Ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту. Боевой нож возьмем. АПП не будем. АПП не будем брать. Так, теперь мы маркер один удаляем. И остается только маркер в полутора километрах. Вон туда бежать.
Хотя, чё я в СД-ху сюда поставил? Собственно говоря, раз у меня там на нее ни обоймы, ни патронов нету. Как я с нее стрелять собираюсь? Чем, пальцем буду, что ли, там? Пиу-пиу делать. Вот так, типа, пиу-пиу всем бояться. До лагеря выживших добраться сейчас. Так, давай, у меня есть фонарик налобный. Посреди поля такой лагерь выживших. Супер. Супер-пупер. Че, давай знакомиться, что здесь есть. Я тут переключился специально на первое лицо. И что? Ну да, это лагерь выживших. И че? Чё, кто-то есть, ёптать, или чё? Я чё здесь, типа, попить только могу, что ли? Охрененно, бля. Бежал сюда, называется. Слушай, они тут... И
каково предназначение, интересно, этого лагеря выживших? А? Кто-то может как-то сказать, подсказать, рассказать? Всадник без головы. Кого, блин, предназначение лагеря выживших? Не, ну ладно, следующая цель тогда будет это Кумырна. Кумырно. Но я не это. Не понимаю. Цель лагеря выживших. Ну, я вот прибежал в лагерь выживших. И чё? Бежали тогда в Кумыр, ну а что делать? А, лагерь беженцев. Это лагерь беженцев. 87,8. Слышь, да ты задолбал, у меня рация настроена на 87,8. Блин. Блин, я же грелку закинул. Чё такое? Чё-то не греешь, что ли? Около 60 градусов. Чё, в штанах нормально греешь? Мне бы не помешало поспать, да? Бодрость уже скатывается. Что, по-моему, грелка туфта какая-то, не работает ни хера.
все, уже вроде рассвет. Хрена тут кумыр не застроена. Целая промзона. Так, это хеликоптер. Вертолеты, значит, тут, да? А здесь что такое? Машины? Чего? Самолеты? Ну, блин, это, пожалуй, самое оригинальное, что я видел пока что. Так, вы здесь чё? Это просто тут палатки какие-то или там торгаши кто-то есть? И тут касса, трейд какой-то, да? Трейд чего? А, автомобили. Ну смотри, автомобили. 50 тысяч стоит самый дешевый, да? Причем здесь вот так вот нормальный выбор. Волга 60. Ада 70. Гюнтер. Что еще есть? Крытый, есть Зазик, а есть Ишкомби, Победа. Кстати, вот эти все тачки, которые я перечисляю, можно за кристаллы взять, наголосовать. ГАЗ-3110 Волга, еще какая-то Волга, а это уже друг современная, да? УАЗ Полиция, УАЗ Патриот, ЛУАЗик 400 тысяч. Лазик на 500 слотов, по-моему. ЗИС. М3А1 скаут-кар. Ну, картинок нету, непонятно, что. Буханка. Садко какой-то. Это что такое? ЛАПВ. Нива. А, так, пас. ГАЗ. МПАР. УАЗ Хантер. РАМ-200. Что вообще есть? Есть БТР. Чисто можно продать, купить нельзя, да? Есть КРАЗ за 2,5 мульта, скорая помощь. Хаммер H1. Чё, КАМАЗ, ГАЗ, БМП, лесной КАМА, БМП-3, пиксель. 5 мультов, ну, такие тачки, вот. Так, здесь трейдов нету. Что такое? Как-то лагерь, что ли, тренировочный? Так, ты на Сидора похож. Пучеглазик. Одежкин ты называешься. Так, что ты можешь купить у меня? Солнцезащитные очки. Обычные солнцезащитные очки можно купить. Очки ночного видения. А, их нельзя купить, но можно продать. Химгрелка. Да, обе продаю тебе. Так, что у тебя есть? Головные уборы всякие. Шапочки, кепочки. Пончо, ведьмин колпак. Шимак какой-то. Ну, ничего такого. Шлемы. Кроссовый, штурмовой, баллистический. Ну, стандартные такие, да, все? Маски. Ну, я так понимаю, это все тоже стандартная нательная одежда. Цены как бы... В
Вроде ничего. Разгрузки, жилеты. Угу. Обувь. Рюкзаки. На 90, да? А я с каким бегаю? С каким-то бегаю. Так, аксессуары. Забрала для обскур. ОЗК. Боевой противогаз 1000. Грелка, перчатки. Ну, понятно. Так. А я с каким бегаю рюкзаком? На 6, около 6. Походный. Ну, тут максимум на 90, но я бегаю с походным. Походный это... Так, банкомат. Подожди, и что, в Кумырне это только Одёжкин? До 1,5 миллионов. Максимум 1,5 мульта можно. А есть тачки за 5, да? Слушай, ну оригинально, оригинально. Есть тачки за 5, как хотя максимально ты 1,5 мульта можешь положить. И чё? Здесь чисто только Одёжкин, что ли, в Кумырне сидит. И все. Ну это что, реально так? Трейдер на машины и трейдер Одёжкин? Это правда, что ли? Пожалуй. А-а-а. Ёб твою ж. Ну и дурачок же ты, блядь. Хебать тут. Витя, Витя. Ебанат. Точно. Точно, ебанат. Чё тут? Патрики. Надульник Мосина продать. Прицел Барака. Дальномер. Так, вот эти. Что, по одному, что ли, продавать? Ёлки-палки. Ё-моё. Так, ну я если нашел КСУ, то думаю, имеет смысл тогда этот СГХ продать. СГХ, думаю, продать тогда стоит, раз я КСУ нашел. СГХ продадим. По запчастям, да. Все верно. По запчастям продадим СГХ. Патроны. Так, какие пушки вообще тут есть? Штурмовые винтовки. Ну, что, ничего такого. Сверх, 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 да?
Пистолеты. Винтовки. Ружья. Гранаты, холодное оружие. Japanese катана золотая. Современный топор. Шашка. Ага. Чистка оружия, штурмовые винтовки. А, ясно. Так, как вариант. Ну-ка, вепрь. Тебя можно тут продать, вепрь? Странно. То есть, значит, есть трейдер, который... Это что, тир? Так, это... Это строитель. Пакет семян перца. Кодовый замок. Веревка. Химсвет. Кувалду нельзя купить. Пилу нельзя купить. Скорняка нельзя купить. Интересно. Так, кухонный нож. А у меня боевой нож есть. Кухонный нож. Так, а что в сковороде? Она опустела, что ли, что ее продать можно? Сковорода. Продать. Типа лаунч зона. Ох, нихера себе. Это что, у тебя тяжелое вооружение? А, или с тобой. А что у тебя на голове? Тут такая херня какая-то черная. Подожди, а с тобой торговать можно только когда я репутации, что ли, какой-то достигну особую. Блин. Сколько ты места занимаешь? И... Ого. Самое главное, можно ли тебя продать? И... Еще самое главное, кому? Это что, дегустация, что ли? Загадочно. Я не хочу загадочные консервы. Идите нахер. Что, серьезно, у тебя все лутать можно? Для переливания. Давай, винты продадим все, какие можно. Так, мясная нарезка. Спрайт, лимонад, квас.
Нормально, я тут полутался и продался. А это можно взять? Нет. Только то, что он там, да, стоит на витрине. Так, ты у нас кто? А, гараж. Так, оружие. Ну, это кадёшки, ну тогда, наверное, мне надо будет сбегать. Да? Одежкину. Ну-ка давай сейчас к Одежкину сбегаем. Посмотрим, он на это. Купит ли экзоскелет этот? Ну, тогда я. Экзоскелет обратно одену. А вот тебя я, кстати, продам. Разгрузка. Так, ну дигл мне не нужен, зачем? Дигл мне не нужен. Так, алкогольная настойка. Надо две алкогольных настойки продать. О, енот, прием, кто-нибудь меня слышит? Один из рыжих сообщил мне, что мой друг Мишка и еще двое встретили медведя Нина. Охотились на охоте, но заблудились и зашли в Хельм. И чё? Мне спасать их идти, что ли, или чё? Я всё ещё не могу поверить, Мишка был самым лучшим охотником. Нажравшись хлам, он мог попасть в шишку, а мог и не попасть, как повезёт. А, ну да. Как повезет или как не повезет. Чё хочешь-то от меня? Везучий или невезучий? Последний раз медведя видели недалеко от Хельм. Я хочу, чтобы ты убил это животное и содрал с него шкуру, принеси мне ее. А то жена давно шубу выпрашивает. Хельм Норт-Вест. Лично, бля. Сорок три минуты. К сталкеру, да, херачить надо? Я понял. Больше ничего там тебе не надо? Хрен моржовый. Мне этого косолапого-то особо валить-то нечем.
Ясненько. Или у тебя ручище. Так, аптечка. Все, продали. Так, а еду? Еду. Оставляем, да? Так, автомобили, автомобили. Я где-то вот здесь, по-моему. А, нет, не здесь. Ну да, там за углом, в принципе, только вон. Где здесь? А это же... А, нет. В палатке. Автомобили я видел в палатке. Так, а бенз что, платный? Непонятно. Непонятно. А, подожди, ремешок. Как там ремешок для ПНВ? У тебя нет. Для очков ночного видения ты еще стоишь. Ну, хер с тобой, давай возьмем. Все лучше, чем... А, это я из рации вытащил. А надо было вытащить из тебя. Так, вообще вот так. Давай возьмем. И сюда спрячем. Так, а ты сюда иди. Ты сюда иди. И ты сюда иди. Все. Одеваем. Теперь с ПНВ вот эту штуку продать можно. Так, а рация выключилась у меня. Получается, так, это где наш боевой? Вот ты сюда, включить, потрещи, потрещи маленько. Так, налобный фонарик ты купишь? Нет, теперь надо искать, кто купит налобный фонарик. Ну, да, енот, тебя слышат, говори. Блять. Енот же сейчас не даст. Кстати, да. А зачем было бегать в обход? Теперь вопрос, кто может купить налобный фонарик? Так, бумага. Так, все равно что же мне не нужен? Отмычка. Мишки по 500. Чего, блин? 505. По 500 покупают, по 5 я продаю. Ящик для гранат. Набор для вещей. Комплект вещей. Интересно. Комплект, подставка для оружия, мебель старая, бочки. Так, навес 2500. То есть, если бы я навес дотащил бы тот, 2500 бы получил, да? Ну, спасибо, спасибо. Ну, все вроде. Вроде все, да? Это вот сюда. А карту? Почему турецкую карту никто не покупает?
Кастет. А кастет почему никто не берет? Все нормально. А, так. Я вот тогда думаю. Но это не продается, а СВД-ху я оставлю пока. СВД-ха мне нужна. От Хельма. Ну, да, от Кумырны, точнее. Давай нас в старое милитари сгоняем. 2 километра. Сейчас, конечно, где-нибудь по дороге усну там. О, блядь. Куда вы тут нарисовались? Понятно, то есть пизду. Вид от первого лица. Драться прям сложно. Блин, а почему я решил в старое бежать? Я мог спокойно от Кумырны и в старый собор побежать. И... Нет, я решил сюда. Ну, почему-то решил. Если решил, значит, беги, что делать. Беги, Орес, беги. Так, ну а что, сколько сейчас? 1, 4 человека. Ну, просто мне, блин, далеко до Хельма бежать. Не успею.
Переделанная тоже маленькая карта. Ну вот и все, да? То есть ни хера у вас нету, товарищи зараженные. 9.39. О, я наконец-то перчи нашел. Магаз на кольт. Еще кольт, да? Ладно, давай возьмем. Магазинчик от ППХи. Мста. Так, а мста, по-моему, отсюда. О, блядь. Рядом совсем. Ну что, сбегаем? Глянем. Что там такое? Если что, стартанем прям с этого. Снова с берега, да? Вот эти хочу. Так, отлично. Так, теперь этот убираем сюда. Где мста? Километр 100. Компас.
Так, у меня больше на кольт нету обоим. Лопасти самолета. Загудели так. Блять, а я что, отмычку продал? А, нет. То я сейчас бы долго ржал, если бы я отмычку продал. Хватило мозгов не продать. Капец, как долго взламывает. Сейчас даже посмотрим, что за снаряжение тут можно залутать. Ну, наверное, минуты две взламывает ящик. Ну вот половина сейчас засек я. 50%. Сколько вот оставшихся 5%? Минуту будет ломать. Герб.
СССР, а ну, значит, сервер СССР, а не CCCP. Ох. Аирдроп, это не когда там надо кого-то там брать, убивать и отстреливать. Хотя даже больше 2 минут это получается. Он получает, он четверть, 40, где-то 5 секунд взламывал. Вот минута сейчас прошла, как он от половины. Ну, значит, где-то 3 минуты ломается. А доски-то мне зачем? А это что такое? Через сколько было написано ящик самоуничтожится? Что это за хуйня? То, а это на 100, а так, так ящики по 50 идут, да? Ясно, понятно. Хера себе доска по 15 вешает. Ну и чё теперь? Обратно в Кумырну щемить. Нормально. Пушечку. Чувак на БТРе приехал и обломался. То есть, ну это если учесть, что... Ебать, блять. Я каждый раз обсираюсь, когда он взрывается. Это если учесть, что я был старым, я бежал ногами. Он ехал откуда-то на БТРе. Наверное, хер знает откуда ехал. Что я могу? Блин, нам было сразу сюда бежать и посмотреть, как тут это взрывается он. Это просто такое стечение обстоятельств, что и повезло. То есть есть аирдроп, и значит здесь получается.
Только обязательно должна быть отмычка. Получается, это я получил сигнал. Военку там долутал. Пробежал 200 км до мсты. Или мста, да? И после этого послышался рев двигателя самолета. Все быстрее самолета еще прибежал. Уже темнеет, уже темнеет. Блин, ну я надеюсь, доски-то купят у меня. Надеюсь, купят доски. А то я с... Чё? Не просто так же я бегал.
Нахер мне олень тут этот сдался, да? Навык охотника мне прокачивать не надо. Консервов я там налутал себе. Колгас написано. Колгас. Ну, что за херь там написано? Блин, а туда интересно залезть можно как-то? Или только с вертолета? Хотя вон лестница есть. Ком... О, доска. Да. Охереть. А, это поштучно за доску. Я думал, за десяток берет. Просто я привык, что они стаками предпринимают. Это. Ну ладно, хоть так хоть где-то 1002, да, у меня будет. Там же было 10, а нет, 5. 50 досок, 1000, значит, только будет где-то. Или 800. 800, да. Так, компас, отмычка, охотничий нож. А, продать. Компас тоже продать. Коробка гвоздей. Блин, это ни хера тут не продается. А, ни одна из этих винтовок не продается здесь. Представляешь? Какое у меня сейчас огорчение. АВП L96A1 на 308. Это тоже на 308 шмаляется. Ящик. Я хз.
Так, давай кольты хотя бы продадим. Кольты. Так, ты без глушака стреляешь. Ты стреляешь без глушака. Без глушака. А еще надо. Ё-моё. Еще надо. Боеприпасы, магазины. Под нее тут ничего не продается. Ясно, понятно. Рейдовый рюкзак. Тоже как бы такое себе. А, это к этому. Натооптик. Это гараж. Так, ты чё мне купить можешь? Мясная нарезка. Давай, продам тебе мясную нарезку. Яблоко, яблоко продам. Хоть что-нибудь тебе продам. Гад. Гад. Ёбаный ты стыд. Ебать. Тут вообще вот я залутал сейчас эту херню. А у кого это все продавать? Вопрос. Так, оружейный прицел. Так, ты сюда. А, ты же без прицела у меня. Так, это не продается, это нужно. Кастеты не продаются в топку. Ну-ка, стой, а можно, кстати, в ящик что-нибудь положить? А. Слушай, ну тогда другое дело. В ящик можно складывать предметы первой необходимости. Ясненько. Вот так-то. Вот так-то. В ящик можно положить вот эти винтовки. И они будут в ящике лежать. Видите, как можно сделать?
А еще этот ящик можно развернуть вот так, да? Нет, вот так. Вот куда рюкзак засандалить? Вот этого вот вопрос. Куда засандалить рюкзак? Здорово. Слушай, можешь подсказать маленечко? Вот смотри, вот винтовку вот сейчас лутанул L95 на 308, которая, она у кого продается вообще? Так, сейчас, подожди секундочку, я связь выключу. Подожди, тогда. Так, теперь говори. Какой винтовку? Я, короче, лутанул вот такие вот шмотки. А, эту... Блять. Ну, сейчас, подожди, вспомню, у кого она. Тебе надо на Кармановку или на Яр ехать? Кармановка либо Яр. Да. А, понятно. А рюкзак вот там же Кармановка либо Яр. Ну, это охотничий рюкзак, он у охотника, я не помню, на Кармановке он есть или нет, на Яре есть. Это охотничий рюкзак, так-то к охотнику надо. А, к охотнику, понятно. А вот, или подожди, не, это, подожди, ну-ка, сейчас, подожди, блин. Знаете, или у сталкера, что ли, он. И АВП-шка, ну это стандартный набор, АВП-шка хуй в горы выпадает, блядь, вот эти вот, угу. Эти их не собираем. Они, пацаны, их собирают, они и дорого стоят, винтовки-то. Вот это вот с глушаком, она не руинится, короче, совсем. Это Короче, как-то которая вот эта ломается. М14, да? Да. А, не Она не руинится, ломается, но. короче. Она... Сколько? 10 тысяч стоит. Ну, я врать не буду. Я вот этой херней я не занимаюсь. Ну, я понял. Купли-продажи. Да не, у меня просто тут столько этих мест отмечено, и вообще непонятно, Ну, трейдеры там находятся или чё. ты дроп открыл, что ли? Ну, лутанул, на голову упал мне просто, блин, пришлось открыть. А, тебе фартануло просто. А что, отмычка с собой была? Ну, нашел отмычку перед этим. Ты прикинь, вот тебя фартануло-то. Ну да. Да, прикольно. Прикольно. Сам офигел. Ты это, а чё так с ящиком? Он тебя чё, ящик в рюкзак умещаешь? Да, в рюкзак входит. Не, мне ящик не нужен. Если надо, я тебе ящик отдам. И гвозди могу отдать, потому что я здесь все равно не задержусь на сервере. Я просто видос пишу, обзор по нему и все. А, поэтому мне А, такой лут не нужен. давай про наш сервер, это хороший надо обзор, нормальный Не, сервер, ну добрый. я пишу правдивые, какой там хороший. Нет, у нас так и есть. У нас вот много новеньких заходит, там бывают такие это, дикие. А так у нас тут спокойно, так можно сказать, не то, что играем, а живем здесь тихонько. Ну, понятно. Мне просто интересно, здесь по мутантам что вообще? Сталкеровские мутанты или что тут? Так, по мутантам это надо, значит, тебе на Алькатрас или на Скалистый. Вот там химеры, коты. Ну, то есть собаки там эти, псы там все, да, вот это Ну, вот. тут у нас здесь только медведи с волками. А тут не дикие медведи, а обычные там, да? Ну, ну... Да не, у нас здесь только в округе, это уже к ПВП ближе туда, там медведи встречаются.
Не, я имею в виду просто на каких-то серваках есть, которые, знаешь, Ага. дикие, там, которого с бары-то там полторы обоймы надо, чтобы завалить. Да нет, здесь, наверное, попроще. Я обычно, я на обычке катаюсь на БМПшке. Обычно подотел, задавлю, да и все. А, ну понятно. Вот так, короче. Ну, так тебе этот ящик такой нужен, нет? Просто я не буду его продавать все равно. Да кинь его. Кинь здесь, я его сейчас это бэху достану из гаража, уберу. А эти, а А чё, гвозди стволы нужны тебе? не будешь Нет, продавать? стволы я заберу, там еще Гвозди. попользуюсь ими. У меня... Гвозди, если не нужны, то только кидай, чё, конечно, пригодятся. Да конечно, мне не нужны. Так. А, спасибо. Я ж тут строиться не буду, поэтому чё мне гвозди? Так, этот в руки. А так на трейдах это у нас самые такие трейды, где все есть, все продать, все купить. Ну, это получается кармановка. А, Карманов. Вот. Понятно, добежать-то будет. О, ничего себе, это 10 километров до туда. Да, она далеко, она возле моей базы. Подожди, а это Вот, там 800 Кармановка. метров у меня до нее. Что-то я ее по карте. А Старый Яр это там что находится? Не под... А, Ну, там Кармановка. палаточный лагерек. А, понятно. Вот. Не, ящик и... Что? Нет. Ящик валяется, гвозди, я думал, мои. Да, не валяется, это положили. Вот. Разговариваем с ним. Прикалывается. Вот. Ну, так-то лучше, короче, Кармановка. Там трейд такой крупный, там все, короче, есть. Все Ага. продавать. Скупается, продается. На Яре нет, Да. например. Сталкерских нет вещей. Потом охотника тоже, по-моему, там нет. Ну, то есть на Кармановке есть все вообще, опыт такой, да? Централизованный Да, рынок да, да. получается. Да, там сделано так интересно. Заходишь, стоят эти кофейные аппараты. Купи-продай. Ага. Вот. Ну, тогда до туда побегу потом. Так, опять сервер выключает. Да ё-моё. Ну все. А. Ну все, спасибо за подсказку. Да нет. Спасибо за ящик. Пожалуйста. Ты гвозди, по-моему, не поднял. Дружище, я гвозди не тебе скидывал. Блять.